Так, давайте примем номерные радиостанции. Первое это будет всем известная УВБ-76. Погнали. Да, это она. Очень четко слышно прием, замечательно. Маркер в виде жужжания. Следующая станция это будет станция, которую прозвали Капля. Так, где у нас ее частота? Сейчас. Дневная частота 5448. Это у нас Капля. Вот. Ну и еще одну станцию примем, так называемое скрипучее колесо. Она здесь неподалеку находится. Это частота 5473. Можно даже прокрутить. Вот она. Вот так вот. Напомню то, что на номерных радиостанциях может в любой момент прерваться вот этот маркер в виде непрерывного сигнала, и могут передаваться речевые сообщения с каким-то зашифрованным текстом, цифрой, буквой и так далее. Так что вот такие дела.